это не вылезет. Чувак, она неустойчивая немного, смотри. Вообще. Ну нормально, что сейчас приберемся, мне кажется. Ой, да. Конечно, тут надо жестко прибраться, смотри. Для вас это вообще жестко, чувак. Мы взяли метлу, типа. Сейчас заброшка времен НКВД. Здесь... Здравствуйте. Здравствуйте. Кому? В смысле? Все бусти? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вашу фамилию можно узнать? Да. А кому мы грубили? Можно? Грубить не надо. Нет, просто. Просто на будущее. Просто так мы, грубили. Может, даже никому не грубили. Чего вы испугались? Мы вас перепишем и все, вы испугались. Да, все же начали. Так а причина для переписывания назовите? Причина такая переписывать. Причина переписывать? Да. Вот на своем скейте поедешь, он сломаешь весь ногу. А где сломал? Так, ребят, пока еще ребят, подойдите. Так мы не будем. Мы говорить не будем, я просто объясню. Люди погибли. Жителям, взрослым жителям, которые вот, я не знаю, там, им неприятно то, что не катать, понимаете? Вы не, для них это совсем другой памятник, не как для вас, место для развлечения. Мы же ничего не сломали. Не надо ломать, если кататься не надо. Так нет, мы на памятник не катаемся. Послушайте меня, мы на для них совсем понятие другое. Если я сейчас подойду, вот она подойдет с топором и стукнет твой скейт. Будут платить. То есть... А я с топором. Так я же не с топором не подхожу, не ломаю. Я вам еще говорю, памятник совсем по-другому. Так мы на памятнике не катаем. Еще раз. Можно говорю. Можно сказать. Нет, есть центр. Можете дом культуры кататься. В центре гоняют. Вы хотите, чтобы извините, а что центр для вас, чем святым мир? Нам и в дом культуры тоже гоняем. Вот так как раз там, место, там, где можно заниматься. А здесь нельзя, на памятнике нельзя. Так мы тут не катаемся, мы просто вот по плитке так катаемся. Вот молодые люди, кто же там, мы же не знаем, наверное, я просто внимание обращал, гоняли там. Один еще баба. Слава богу, что эти не сказали. Да ладно, серьезно? А вы кинули бутылку, что ли? Чего? Да. А я вам скажу, если что-то проблемы будут, там идет видеозапись. Машине установлен сюда. Так что вы поймите, веду. Я понял.
И потом вы говорите, что так или нет. Мы пытаемся в центре, нас толкают всякие лысые мужики, и принять органы, ничего не делают. Республиканская деньги писали. Писали заявление, это было тем летом, и мы еще не жалко. Некоторым просто жалко. Для людей это святое место. Мы понимаем, что это памятник, но мы вот здесь ходим, вообще не катаемся. Мы только на плитке. Полки нету, ничего ему не делают. Не, ну ага. Вот тут-то можно сказать? Здесь вас никто здесь не катается. Ну, так мы все. Тут и катаемся. Я говорю про памятник. Не, про памятник мы ничего. Здесь люди отдыхают, ради бога, нет. А вот сюда, здесь не надо. Нет, тут и не катаемся. Здесь вечный огонь. Ролик с моделей показывали по телевизору, в карты играли. Не видели? Нет. Тоже сделали им замечание, они стали все издеваться, смеяться, отрываться. Люди жизни, может, даже того, чтобы выжили. Улица Октябрьской революции. Ну, все. Обид нет. Дом 29. Да, и, вообще даже не было. Нет, я надеюсь, больше туда не заберешь. Так, Андрей. Это просто можно выглядеть. Я так просто тут голос группы делает. Сюда. Ну, они по-другому не умеют. Ты ни разу в память нигде упал. Ты не попал? Нет, это просто ветку закидал. Я. Добром, а вот тут пусть идите отсюда быстро. Сейчас это мы тратим. Велик. Конечно, должно быть где-то. А вот с этим вот, проблема. Было решение, а чё, и не фига. Строят теперь, блин, набережную. Молодой, красивый. Тебе сколько лет? Мне 17. Скоро будет 25. Ты женишься, у тебя будут дети. Вот и займись этим. Нет. Нам да, тоже построили. Дайте вы займетесь сами постройкой этого скейт-парка. Так мы нам ходили, подавали место. Заявление, ну, все и мы, делали, даже и если построим, взрыва. Материал будет, да. У нас потом это все могут угнать, потому что уже неоднократно так было. Это государство, родина не убирается. Славничка Алексей Владимирович. Вам ясно, молодой человек? Бутылками кидаться. Как не стыдно? Да просто вверх кидал. Тем более. Молчал бы. Сейчас скажу про доширак. Чего? Это вот причем. Фига тонко.